Всем привет, с вами Сергей Проекко, и это рубрика «Вопрос-ответ». Рубрика, в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне в комментариях. И самый популярный вопрос на данный момент – это как я умудряюсь так много читать. Ответ довольно простой и банальный. Просто постоянно читаю, когда есть свободное время, когда еду в транспорте, когда я обедаю на работе, когда дома перед сном в свободный часок я читаю. Соответственно, читать я начал очень давно, еще, наверное, в младших-младших классах, поэтому у меня большая скорость чтения, и это не сказывается на восприятии информации, я все равно ее запоминаю, поэтому я умудряюсь читать гораздо больше книг. При этом я еще люблю слушать аудиокниги. Это второй по популярности вопрос, слушаю ли я их. Я их слушаю. Слушаю я как профессиональные спектакли, постановки, где идет озвучка с разными голосами. Также я люблю и определенных дикторов, которые начитывают с приятной дикцией, гораздо больше, чем у меня. И их приятно слушать, они озвучивают, причем в последнее время, и фантастику, и фэнтези. То есть разнообразие книг, огромное количество. Если раньше аудиокниги создавались только для слепых, сейчас же это популярная вещь, и многие читают за рулем, многие читают в транспорте, я тоже этим занимаюсь. Также у меня спрашивают, могу ли я читать одновременно несколько книг. Да, могу, и я это делаю. Причем я могу в аудиоформате слушать одну книгу, к примеру, это юмористическая фантастика, там, «Беляне». Я могу читать, прийти на работу и там читать какой-нибудь триллер типа Маккамана или там Беккера, любую вещь. Домой же приду, перед сном буду читать классические вещи типа Достоевского или Салтыкова-Щедрина. То есть палитра авторов разная. Я не читаю одновременно одного автора несколько книг. Естественно, будет каша в голове. И стараюсь выбирать такие сюжеты, чтобы они не пересекались. То есть это фантастика, фэнтези и, например, классические произведения. И поэтому у меня сразу вопрос, а читаете ли вы одновременно несколько книг? И если да, то какие смешиваете ли вы жанры и стараетесь читать все в одном стиле. Также задавайте под этим видео еще вопросы, я обязательно на них отвечу в следующем выпуске этой рубрики. Если эта рубрика вам понравилась, ставьте лайк, и я жду ваших комментариев, ваших вопросов под этим видео. Всем пока, с вами был Сергей, проект Ко. Читайте хорошую литературу, до новых встреч!